что ж, пацаны, девчонки, все. Сейчас будем уже выдвигаться. Покатаемся. Возможно, кого-то встретим. Ну, кто будет просто идти, а не ехать. Потому что кто будет ездить зимой. Гляньте, снегом опять чуть присыпало. Вчера катался, все растаяло. Сегодня гололед. Ну, буду ехать не быстро. Погода классная, солнышко светит. Ой, короче, все, погнали кататься уже. Так, что-то я не до конца понимаю, что это. Может, бензина нету или что? Что это такое? Так, что произошло? Почему ты не хочешь ехать? Зашибись, покатался, пацаны и девчонки. Давайте хоть домой попробуем доехать. Да ты что? Да ничего. Дождь ебашь. Да, пытаюсь. Давай, давай, пожалуйста, до дома доехать хотя бы. Я ж только выехал. Пожалуйста. Я не пойму, у меня или бенза не хватает, или что. Что происходит? Это и все. Это максимум, что он может ехать. Вот 5 км/ч. Зашибись. Заснял видосик, называется. Больше нечего сказать. Ух! Ну чё, всё, наверное, на этом видео закончится или как? Я просто не пойму, что произошло. Сейчас домой приду, надо будет разбираться. Произошло, друг? Что же с тобой произошло? Девчонки, в общем-то, я дятел. Я просто долил бенза, открыл-закрыл краник, и все, он завелся. В общем-то, все, иду в дом, сейчас переодеваюсь и едем кататься дальше.
коленкой ударился. А, упал немного. Ну ничего, бывает. Главное, что не сильно. Так, оно нейтральное? Не, не нейтральное. Так, выедем, выедем, выедем. Давай, 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 давай. Ух-ух-ух-ух. Давай, 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 ласточка, давай, давай. Ух-ух-ух. Ё-моё, это, оказывается, не застывший лед был. У-у-у-у! Тихо, 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 тихо. Давай, аккуратнее, аккуратнее. Я не знаю, куда я еду. Я тут еще ни разу не был. Именно под этим мостиком. А ну-ка, и где же я выеду? Ой. Тут как бы это. Чё тут снега слишком дохрена как-то? Вам не кажется? Чё тут так снега дофига? Ё-моё, сколько его навалило тут. Это как так-то? Где я вообще? Я вроде как... А, вон крепость, значит нормально. Ну, сейчас будем ехать... назад, потому что здесь я просто не проеду, а тянуть его не хочу. Давай, ласточка, домой, домой, сказал. О, куда ты, ласточка? Не надо унывать, все хорошо.
Так. Приуныла она сегодня чуть-чуть. Опа. А теперь давай первую. И давай разворачиваемся. Ага. Разворачиваемся. Я понял. Видно, не судьба так. Окей. Собака. Окей. Так, вытянем. Опа. Все. Выехали. Ух. Мне жарко, пацаны, девчонки. Мне очень жарко. Фух. Но зимние виды, они красивые. Ты куда? Ласточка, выезжай! Все, умница моя. Давай, поехали, поехали. Едем в сторону дома. Вау, вот это там звук был. Ух! Кидает! Тихо. Ну что, пацаны, девчонки, упал опять. А! В этот раз было больнее немного. Буду, короче, по снегу кататься, так меньше шансов упасть. Да и если упаду, то не так больно будет, чем на лед. Потому что я два раза только что на лед упал коленкой. И это больно. Поэтому будем... Ой, ё-моё. Поэтому будем вот так по снегу фигарить. Так, аккуратненько в снег заехали. А нет, тут лучше выехать. Жаль, конечно, этот момент, там, где я упал, не записался. Ну, ничего, бывает всякое. Вообще, моя заправка. Моя заправка. Да. Это наша заправка, вы что беспределите, а? Где беспредел? Где беспредел? Снова на черный караван пылит. Ночами комплект и забытых долей. Адреналин городу так молодым вас. По бензина вырубать дельфина. Ну а я буду выдвигаться домой, потому что на камере мало процентов осталось. Кстати, пацаны, девчонки, я же себе камеру купил. Не знаю, надеюсь, ставлю моменты того, как я рассказывал об этом, потому что я пытался снять видосик, но получилось не очень. В общем, пацаны, девчонки, камера от Xiaomi. Стоила она 1300 гривен с набором. В наборе шел аквабокс, крепление для, ну, на шлем, крепление нагрудное, еще одно, поплавок для аквабокса, чтобы камеру в речке не утопить, потом всякие штативы, всякие селфи-палки и так дальше. В общем-то, 1300 гривен, но качество, как вы сами можете видеть, офигенное. Хоть стабилизации нету, но и без стабилизации качество даже очень и очень хорошее. Ну, на что денег хватило? Хотел изначально GoPro уже покупать, вы в курсе. Но деньги пришлось отдать на ремонт Лифана. Ну и вот пришла стипендия, я себе позволил на Новый год себе сделать подарочек. Купить себе камеру хоть какую-то. Да и в общем-то вот как-то так. Короче, пацаны, девчонки, больше нечего вам рассказать. Такую сделал покатуху зимнюю. Потому что всякие видосы я снимаю, но вот покатуха, блин, зимой, первая покатуха у меня. Короче, пацаны, девчонки, если вам видео понравилось, пожалуйста, жмите лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями.
Ну а с тобой был Даник, увидимся уже в следующем видео. Давайте, подписываемся, там не за горами 4000. Всем удачи, всем пока!